Привет всем, кто смотрит мои видео. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом одного очень вкусного, яркого и несложного приготовления салата. Для приготовления салата нам понадобится крабовые палочки 500 грамм, яйца 7 штук, зеленый горошек замороженный 500 грамм, консервированная кукуруза 1 банка, лук 1 штучка, майонез или натуральный йогурт, соль и перец. Отваренные вкрутую и очищенные от скорлупы куриные яйца мы мелко нарезаем. Берем одну луковицу и тоже мелко режем. Крабовые палочки мы нарезаем соломкой. Берем глубокую миску и отправляем в нее все наши ингредиенты. Зеленый горошек я беру именно замороженный, так как он придает салату свежесть. Добавляем к салату легкий майонез или натуральный йогурт, соли, перчим и все хорошо перемешиваем. Вот такой вот яркий и очень вкусный салатик получается.